Привет всем, друзья! Меня зовут Тимур Джумабаев, в эфире передача «Вкус жизни». И мы сегодня вновь оказались в гипермаркете «Глобус» на магистрали. Самый первый магазин, который появился в этой сети. Сегодня у нас интереснейшие гости, и мы вместе будем готовить вкусные блюда. Я хочу напомнить, что каждый из вас может принять участие в нашей телепередаче. Каким образом? Все просто. Пишите, звоните. Все контактные данные будут у нас на протяжении всей передачи. Мы ждем вас, и сейчас мы идем на закуп. Поехали. Так, ну что, давайте я вам озвучу, что у нас сегодня заказала наша гостья. Кстати, в гостях девушка. Семга копченая или соленая, копченая куриная ножка, кабачки, плавленый сыр, лаваш, салат айсберг, лук, помидор, перец болгарский, моцарелла в рассоле, король Артур, сыр, петрушка и укроп. Удивительно. Она будет готовить у нас сегодня второе блюдо и закуску. Повару, судя по всему, придется очень-очень-очень серьезно. Все, мы готовы купить лаваш. Давайте попробуем новенький сегодня. Такой я еще не пробовал. Ну, возьмем 3 штуки для разнообразия, чтобы у нас сегодня был выбор. Так, выбор у нас сегодня есть. Здрасте, здрасте. Мне нужен вот ножка копченая. Какая хорошая, скажите, пожалуйста. Вот прям только ножка мне нужна, не пол курицы. Давайте возьмем. 2 штуки мне нужно. Спасибо большое. Ага. Так, теперь мы двигаемся по направлению к... Да, по направлению овощей. Это вот следующий прилавок. Все, там закупим. Сегодня у нас большой набор овощей. Я предлагаю нам начать, знаете, с чего? Вот с этого. Айсберг. Салат. 1 пучок нам вполне хватит. Классно. Упакованный, все супер. Так, что у нас здесь еще? Лук, помидор, болгарский перец, петрушка и укроп. Укроп и петрушка есть здесь. Все, по 1 пучку возьмем. Достаточно нам. Так, поехали теперь в ту сторону. Болгарский перец, кабачки и помидор. Мы продолжаем закуп овощей, мы нашли эксперта, классного эксперта. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Райс. Да, Райс Павловна. Пойдемте, помогите нам, пожалуйста. У нас стоит выбор. Пойдемте поближе, ну, да. Райс Павловна. Мы уже набрали, вот уже у нас. Вы уже все набрали, да, у вас, да, все получилось? Да, все получилось. Так, Райс Павловна, у меня такой вопрос. Вот помидоры. У меня стоит выбор либо розовый, либо красный. Какие? Ну, на салатик. Ну, я, например, беру розовый. Вы розовый берете. Да. Какие причины? А? Какие причины? По каким причинам? Ну, просто они вкуснее и сладче. Ну вот, все, друзья. Сколько людей, столько мнений. Самое главное, что «Глобус» отвечает всем требованиям. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, красный перец у нас заказали. 3 штуки, я думаю, нам хватит. Для обоих гостей. Перца много. Ну ладно, 4-й возьми. Все, 4. 2-2. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, у нас сегодня нам нужна семга. Семга слабо соленая или копченая? Соленая давайте. Копченая или соленая? Нет, слабосоленая. Слабосоленая, да? Ну, давайте ее. Нам нужно 400 грамм. 400 грамм. Да, 400 грамм. Две. Да, давайте, 2 поменьше. Спасибо большое. Так, теперь за сырами отправляемся. Плавленый и король Артур. Так, у нас сегодня по запросу 3 вида сыра. Плавленый мы заказали именно сливочный, именно этого производителя, поэтому его мы и возьмем. Дальше у нас есть моцарелла в рассоле. И давайте, наверное, возьмем 2 упаковочки сыра король Артур, чтобы у каждого участника была своя. Ну и у нас осталось купить только моцареллу. Нам по запросу пришло темная пачка в рассоле. Так и написано. Сегодня, кстати, наши участницы поинтересуемся, в чем принципиальная разница. Светлая и темная пачка. Все, 2 упаковочки. Так, вот нашел я прилавок со специями. Вегетта здесь написано. Я не знаю, что это, но давайте возьмем 1 упаковку, чтобы было у наших гостей. И у них и спросим, как этим пользоваться.
Все, теперь можем отправляться на кассу и использовать нашу карточку. На сегодня я ее забыл, поэтому будем использовать что? Приложение, которое можно скачать в Google Play и Apple Store. Будем выгружать, я пока по телефону поговорю. Здравствуйте. Да, два пакетика, и сразу вас предупреждаю, у меня приложение ваше. Хорошо? Спасибо. Спасибо большое. Мы все купили, теперь я предлагаю нам отправляться в нашу студию, где у нас сегодня произойдет серьезнейшая битва, судя по набору продуктов, и что я не знаю, что такое Вегетта, будем узнавать, как ее вообще пользоваться, поэтому будет интересно. Погнали. Я готов представить вашему вниманию тех людей, которые сегодня будут справляться и бороться за звание лучшего повара этой кухни. Итак, во-первых, у нас в гостях профессиональный повар со стажем 13 лет, су-шеф кафе Иркесе Ясин Иманбеков. Здравствуйте. Здравствуйте. Ясин. Как ваши дела? Хорошо. Как у вас? У меня все отлично. Все великолепно. Все хорошо. Во-вторых, у нас в гостях основатель бренда «Мандарина», «Табурет» и «Табурет». Это магазины, которые 10 лет уже работают. Бизнес-коуч различных тем, фотограф, путешественница, бизнес-блогер, полиглот и прекрасная девушка. Все. Юлия Пирогова. Здравствуйте. Привет. Привет. Здравствуйте. Так, Ясин, Юлия, готовы к борьбе? Конечно. Я уже готов показать весь набор продуктов, и давайте уже приступим. Да, сегодня у нас действительно большой набор. Будет сложно, но будет круто. Все. Поехали. Давайте я расскажу, что у нас заявлено. Давайте начнем отсюда, да? Это у нас айсберг. Айсберг. Да, айсберг. Да. Это помидорчики, это болгарский перец, это кабачок, это сыр плавленый, это моцарелла в рассоле, это у нас малосоленая семга, это у нас сыр король Артур, и это у нас копченый окорочек. Все. Это что у нас касается стола. Здесь у нас есть набор зелени. Естественно, здесь у нас есть вегетта. Знаешь, что это такое? Конечно, знаю. Буду сегодня узнавать, что это такое. Я вообще первый раз слышу. Есть набор масел. И у нас есть еще... Где он? Ну ладно, мы его достанем. Лаваш еще. Лаваш. А, вот он здесь. Есть. А, его здесь прятался. Все. Лаваш. Большой набор продуктов, и нужно с этим справиться. Ясин, у вас есть буквально 2-3 минутки, чтобы придумать и удивить нас и телезрителей. Договорились? Хорошо. Я пошел пока поговорю с Юлей. Юлия, расскажите, что мы с вами будем сегодня готовить. Я на самом деле очень люблю овощи и мясо, как настоящий мужик, да? Вот. И сегодня мы будем готовить фаршированные кабачки. Нафаршируем мы их копченой курочкой. Ага. Вот, и, в принципе, это будет достаточно вкусно. Я надеюсь, вам понравится. Ага. И на закуску будет лаваш с семгой и сливочным сыром. Спасибо. Так, Ясин, что будете готовить вы? Что будете? Так, с первого на закуску будем делать рулет с лавашом. Там будет начинка овощной. И на так, салат будем делать. Наподобие Цезаря с копченой окорочкой. Там айсберг идет, помидор и сыр идет там. А на третий будем приготовить лосось. Семга, да? Вот семга, это? Семга, да. Семгу приготовим. Она малосоленая. Малосоленую будем жарить на сковороде. Как стейк из семги. Стейк из семги. Стейк из семги. Будет кабачки, помидор, как наподобие овощи гриль. Удачи! Приступаем. Отчет у нас начался. Так, Юля, что мы делаем? Мы колдуем с кабачками. Я их разрезала напополам. Угу. И теперь вынимаю серединку аккуратно. Самое главное не повредить вот основную вот эту вот оболочку, чтобы ничего, кабачок. Да, самый сок оттуда у нас не убежал. Текущий кабачок — это не есть хорошо. Так, хорошо. Мы всю эту мякоть потом куда-то используем или... Да, ты можешь ко мне присоединиться вообще-то. Нет, не могу. Я здесь призван для того, чтобы разговорчики разговаривать. Понятно, разговаривай. Юля, давайте. Вы у нас бизнес-гёрл. Такая девушка. Леди, да. Уже, да. Уже леди. Уже леди. Хорошо, что еще не женщина. Так, вы у нас с чего начинали? Расскажите вот вашу историю и сейчас к чему пришли. Маленький такой экскурс. Ну...
Вообще, я начинала, по-моему, работать еще лет с 15, была как маркетолог, это мое образование основное, маркетолог и менеджер. Вот. И я работала в сети ресторанов, кстати говоря, маркетологом. Ничего себе. Это был очень интересный опыт. Потом поняла, что хочется созидать, хочется самой что-то создавать. И в 2009 году появился Мандарина, мой бизнес, мое детище. Это был первый магазин подарков у нас в Кыргызстане. Как подарки популярны? Ну, то есть, слава люди Богу. У нас любят дарить подарки? У нас есть культура ходить в гости, у нас есть культура радовать близких, к счастью, да, такая азиатская очень. И поэтому это мой бизнес очень хорошо, так скажем, лег. Конверты у вас продаются? Я вот новое направление только что вам придумал. Нужно вам сделать особый специальный конверт, в который люди сейчас самый популярный подарок будут складывать. Складываю деньги. Денежку, да, в конверт, и классный конверт с каким-нибудь там. Ты знаешь, конверт — это такое примитивное, так скажем, решение для... Все. Если мне сегодня больше времени проводить вместе с вами, потому что, ну так не вариант вообще. Взяла такая, да? Так вот, вместо конверта у нас есть очень много интересных... Конверты тоже есть. Но можно положить, например, денежку в подарочную открытку или в книгу, которая выглядит... Точнее, сейф, который выглядит как книга. И ты даришь вроде бы книгу, книга — лучший подарок, человек разочаровывается, потом открывает, очаровывается. В общем, красота. Все классно. Да. Сейчас мы все это выковырили уже, да, наконец-таки. Да. Молодец. Тебе моя помощь не пригодилась, видишь, я поэтому и не вмешиваюсь. Ага, что дальше? Сейчас мы выложим это все на лист и отправим в духовку думать вот так о своем поведении. Вот так. По солю. Без ничего. Без ничего. Они должны чуть-чуть подмягчиться. Больше мы ничего туда не добавляем. Вся начинка у нас пойдет позже. Да, конечно. Так, все это выкладываем сюда и отправляем на лист в духовку. Насколько? Да. Сколько градусов должно быть? Ты знаешь, немного градусов, 160, наверное. Так, все. Чуть-чуть подсали. Это мы будем отправлять в духовку и продолжать. Ясин, я пришел к вам. Вы у нас уже подготовили салат. Нет, это не салат, это рулет из... Это начинка для рулета, да, будет. Что вы делали? Расскажите нам. Мелко порезали моцарелла. Здесь я вижу, да? Моцарелла. Здесь я вижу... Помидорчик. И айсберг. И болгарский перец. Болгарский перец, чуть-чуть оливковое масло. Соль, и перец. Соль, специи. Перец на вкус. На специи ваш, были? Да. Специи были. Сушеный чеснок. И вот здесь прованские травы. Я думаю, здесь, в принципе, можно справиться по вкусу. Да? Все, вам нравится, можно использовать. Это у нас будет начинка для нашего лаваша. Да, это будет лаваша. Все. Рулет. Сейчас, как повар, мне всегда интересно, как повара делают такой вот прям красивый вот этот... выход из лаваша, потому что это сложно, мне кажется, все сложить, потом скрутить, и чтобы от нас все осталось целенько. Посмотрим у вас, как вы это будете делать. Это у меня всегда есть мой классический вопрос ко всем поварам. Как вы пришли в эту профессию? И почему именно повар? Я грустно вздохнул. Я сам хотел с детства стать поваром. И после учебы, после 9 класса, я поступил в 91-й лицей. Я там учился, 2 года учился. И после этого сразу начал работать поваром, да, с этого момента. Как закончил учебу. С 11 класса? Да. Как закончил учебу, начал работать поваром. Есть свои какие-то поварские мечты? Они конечно, есть. Какие? Открыть свой ресторан. Что вы делаете? Вы сейчас обрезаете под... Так, лишние, да, под рулет. А все остальное режем. Куда? А все остальное убираем. Это лишнее получается. Вот как все это делается красиво, оказывается. Да. Это у нас будет легкий закуска, да, вот. Процесс идет, процесс спорится, все великолепно у нас здесь варится, парится. И мы готовы... доставать кабачки. Да, с Юлей достать кабачки. Все. Ох!
В них чуть-чуть сок они дали, но не пугайтесь, это так должно быть. Не надо его трубочкой убирать. Нет. Ага. А, нужно в первую очередь будет заложить на дно немножко моцареллы. Вот, у меня вопрос относительно моцареллы. Ясин, вы можете приступать, чтобы у нас времени не тратилось. Я сейчас к вам приду. Сейчас два вопроса здесь и к вам. Договорились? Хорошо. По поводу моцареллы. Есть светлое, есть темное. В запросе было сказано исключительно темное. Почему? Ее больше. Я боялась, что не хватит. Вот и все. В смысле, в пачке? Да. Все понятно. Все, мы выкладываем моцареллу, да, и вот эту нашу заправочку, которую мы видели, как готовилась. Давайте еще раз проговорим. Здесь у нас внутренности кабачка, которые мы выковырили и мелко порезали. Мелко порезали. Да. Здесь же у нас болгарский перец. Здесь же у нас половиночка болгарского перца. Здесь и же половиночка у нас помидора. Помидор. Да. И окорочек. И курочка, да. Копченая курочка. Она, это может быть грудка, если вы на ПП. Ясин. У нас здесь происходит красота какая-то. А ничего, да, что мы малосоленую семгу жарим? Нормально? Да, да, нормально. А ничего, что мы жарим семгу? Она же будет безумно жирная. Нет, сейчас пожарим и на духовку сейчас отправим. Чуть-чуть будет, да. Здесь мы просто... Она сейчас не успеет еще впитать, да? Просто я знаю, что вот когда семга или любая красная рыба жарится, она вот прям солидно жирная становится. Нормально будет, да? Да, сейчас нормально будет. Все, хорошо. Угу. Так, Ясин, что вы уже сделали? У вас готов лаваш. Рулет готов. Вы здесь у нас цезарь. Здесь, в принципе, по рецепту цезаря пока у нас только нарвали айсберг. Айсберг и укроп. И укроп. И немножечко... специи, да. Посолили. И чеснок. Чеснок, сухой чеснок и оливковое масло чуть-чуть. Все. Просто приправили, потом уже при финальной подаче все это будет собираться воедино. Так. Хорошо, Ясин, вы работаете поваром целую кучу лет. Вы можете сказать, вот что люди любят кушать в нашей стране? Вы примерно думали, размышляли на этот вопрос? В основном у нас национальная кухня, да? Сейчас в основном лагман манты, да? Как придет, сразу лагман манты, да? Это, знаете, вот совсем недавно получил я статистику одного очень популярного сервиса по доставке еды в Кыргызстане. Ну, на вынос, да, вот все что. И самое популярное блюдо, какое бы вы думали на доставку? Лагман? Манты. 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 Как? Самое популярное блюдо манты. На втором месте компот, а на третьем вот еще какие предположения есть? Супчик там. Крем-суп какой-нибудь, нет? Крем-суп. У вас есть, Ясин, какие варианты есть? Самый популярный суп в Кыргызстане. Шорпо. Или... куриный с лапшой. Окрошка, друзья. Окрошка – самый популярный суп по доставке еды. Это вообще меня очень удивило. Здесь мы сейчас будем делать овощи. Сейчас овощи тоже. Гриль. Типа гриль. Да. Угу. Ну, слушайте, классно. Классно. А рыбу мы уже обжарили со всех сторон и можем ее выкладывать на пергамент и будем отправлять ее в духовку, да? Отдельно сейчас. Или вместе с овощами? Вместе с овощами. Ага, вместе с овощами. Все, овощи совсем тоже немножечко у нас должны быть поджарены. Да, чуть-чуть поджарены. Понятно. Безусловно. Разрешаем. Это вам. Так, и, Юль, вы у нас приступаете к обработке лаваша. Да, я сейчас начну делать, отправлю вот это вот все еще немножко подумать и всем поведением в духовку. И потом уже буду накрывать это протосолом и, в принципе, буду переворачивать. Такая госпожа для кабачков. Сейчас все готово, это просто, чтобы вот оно красиво, чуть-чуть, да? Да, даже меньше, я думаю, что сейчас сырчиком все это накроем. И как все. Только он расплавится, уже можно вынимать. Все, отлично. Так, давайте еще один разговорчик. Юль, вы... разносторонняя личность, человек. Вот вы занимаетесь экстремальными видами спорта. Да. А с парашютом тоже прыгали. Да. Страшно? Страшно. Очень страшно. А, больше круто, чем страшно. А сколько раз прыгали? Так. Полтора. Второй раз не дошла, да, до края? Нет, я дошла до края, у меня не раскрылся парашют. Но это долгая история, я тебе потом как-нибудь расскажу. Не раскрылся парашют, а Юра с нами здесь. Да. Давайте узнаем эту историю. Это зомби. Это голограмма, а не Юля, да. Узнаем. Меня раскусил. В смысле не раскрылся парашют?
Ну вот так вот было не полное раскрытие, раскрылось только 40% от основного купола. Ты уже летела? Ну естественно. Ты летела, раскрылась 40%, да. Как ты приземлилась? Я весила на тот момент 46 килограмм. А, понятно, тебя сдуло, да? Мне просто хватило этих 40%, чтобы не разбиться. Серьезно? Да. Давай 5. Пятюху давай. Ты прям супер счастливчик. И я подумала, что раз уж у меня такой шанс был, да. Зачем прыгать больше на парашюте? Мне родители не разрешают. Больше. Папа, я хочу. Ну или то на парапланах. Прыжков да, 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 имеет. Папа мощный. Да, а тебе зачем это надо? Но я вообще про другое хотел спросить. Давай. Ну, это крутейшая история вообще про парашют. Если вы представляете, да? С нами человек, у которого парашют не раскрылся. Все, здесь сыр, и мы приступаем туда. Да? Я думаю, что можно все. Уже убирать. Отлично. Есин. Что, на какой стадии мы, что мы сейчас будем делать? Так, сейчас ждем лосося. И мы приступаем к финальной части, да. И будем уже подавать. Да, да. У меня салат готов. Отлично. Юля, давайте быстренько я проговорим. Я начинаю делать лаваш. Лаваш, да. Быстренько проговорим лаваш и уже встретимся при подаче наших блюд и дегустации. Что мы будем делать? Мы сейчас его раскроем, выложим, получается, сливочный сыр. Намажем это все сливочным сыром. И нарежем кусочками семгу, нарвем айсберг и в шахматном порядке все выложим. Скрутим и все. Это, знаешь, очень простой рецепт, но при этом очень такой вкусный. Он спасает хозяйку, когда вот гости звонят, типа такие уже в дверях. Юль, мы тут, а надо что-то красивое поставить на стол. Это вот идеальный вариант. Лучший способ, когда гости звонят и говорят... Говорит, что меня нет дома. Юль, мы тут, меня нет дома, и закрыть быстро дверь, отключить свет. Все. В том Винни-Пухе, да? А кто тогда говорит? Все, это самый лучший вариант. Итак, мы готовы пробовать, что у нас сегодня получилось. Посмотрите, какая красота, сколько всего у нас сегодня приготовлено. Я раздаю рабочий инструмент, реквизит. Держите, будем с вами пробовать. Но прежде чем мы начнем с вами пробовать, я хочу, знаете, что сделать? Я хочу попросить вас, чтобы у нас сегодня было все по-настоящему. Ну, то есть вы попробовали, сказали, это вот здесь вот так, это вот здесь вот так. Договорились? Есин, все хорошо? Все. Давайте. Мы свое пробуем или все по-честному. Нужно поменяться и говорить про своего соперника. Давайте. Ну, в смысле, про его приготовленное блюдо. Я начну отсюда. Давайте да, второй нож возьмем. Там тоже есть чего резать. Угу. Мне интересно. Вот овощи. Мне интересно. Ну да, здесь, мне наверное, как-то... заправка салата. Что сложно. Здесь? Мне интересно, вот. Есин, у вас там все получается? Кушайте, пробуйте. Пробуйте, да. Угу. Угу. Это вкусно? Сколько всего? Прямо, да. Да, сколько всего приготовили. Первое, второе, третье. Еще компот надо было из копченой курицы сделать. Было вообще отлично. Сложно, сложно, друзья. Он не может говорить, у него полный рот. Так, это тоже. Пока все попробуешь 5 блюд, это очень сложно. Уже забудешь первое, да? Mm-mm, ничего не забыл. Никто не забыт, ничто не забыто. Тебе прям слоган написать. Mm-hmm. Все, все понятно. Ну давайте. Начнем с вас. Мне очень понравился салат. У него легкая такая заправка получилась. Я не знаю, что там. Масло просто.
Просто масло, да. А, просто оливковое масло. Оливковое масло. Салат, это, я просто люблю салаты. Рулетик тоже классный. Хочется, мне показалось, что хочется что-то еще добавить, какого-то основного вкуса, потому что, ну, просто овощи, и хочется, ну, вот чтобы понять, чем этот рулет, да, так он какой-то такой нейтральный мне показался. Ну, может, это и хорошо, может, кто-то так любит. Вот, а рыба прямо сильно получилась пересоленая и жирная очень. Ну, я пытаюсь правильно питаться, и поэтому для меня это как бы очень жирный получился продукт, я бы такое не заказала. Спасибо. Ясин, что скажете вы? Вот этот фаршированные кабачки, кабачки как-то чуть-чуть хрустит, и чуть-чуть соли мало, да, я соли люблю, чуть соли мало. Закуска, рулет, очень вкусный. Все, да, вот из всего, что здесь находится, мне очень больше всего понравилась закуска. Это прям очень огонь. Что касается здесь, кабачок хрустит, да. Но вот я люблю такое состояние кабачка. Здесь кабачок немножко другой. Я вот именно к кабачку, мне прям очень хорошо. По заправке все нормально тоже, все. Здесь рыба, действительно, оказывается, если нельзя жарить малосоленую рыбу, она нормально, семга, все, но в конце соль. Вот прям соль и соль. Так что без обид. Без обид, победа у нас сегодня отправляется. Да, в эту сторону. Спасибо, Ясин, что были вместе с нами. Юля, спасибо большое, что были вместе с нами. Готовьте, друзья. Это все готовится легко на вашей кухне. Ясин, пойдемте поближе, не расстраивайтесь. Пойдем поближе. Все вместе в камеру. Всем пока, до скорых встреч, увидимся. В эфире передача «Вкус жизни». Ручками, 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 ручками.